Добрый день, друзья! Изготовил вот такую интересную монету и решил поделиться с вами получившимся результатом. Здесь имеется надпись «Все пройдет», на обратной стороне «И это пройдет». Надпись известная, находилась она на кольце у царя Соломона, вот, но я думаю, что и для монеты она вполне приемлема. Для большей антикварности, придание более старого внешнего вида. Здесь имеются выемки. Блин, сволочь, едь уже отсюда. Имеются выемки. Ну, вроде бы как от коррозии металл просто окислился и испарился. Ну, высыпался. Я думаю, вы поняли, что я хотел сказать. Монета из разряда для ежедневного ношения. Сейчас они очень популярны. Можно, кстати, использовать как открывачку для пива. Правда, тяжеловатая. В кармане будет не сильно удобно носить. Размеры. Диаметр 36 мм. Вот такая штука интересная. Пишите свое мнение в комментариях. Жму руку. Но пасаран. Пока.